Всем привет, всем привет. Знаю, что вы уже ждете общий расклад по трем сферам на предстоящую неделю. Друзья мои, личный расклад вы всегда можете заказать, обратившись по телефону WhatsApp, Viber в описании. А мы с вами начинаем. Я приготовила три колоды. Напоминаю, расклад общий. У кого-то может поиграться так, а у кого-то иначе. Поэтому все-таки обращайте на это внимание. Итак, первая сфера у нас, ну, конечно же, любовь. Что вас ожидает? Да, и не забудьте поставить лайк. А кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео. Что ожидает вас в сфере любви на предстоящей неделе? Так. Тут у нас какой-то рыцарь с какой-то чашей скачет к вам, если смотрят меня девочки, несет свою любовь. Единственное, есть, но по рыцарю чаш, это у нас все бурно, все красиво, все как в сказке, но недолго. Вот чем может опечалить ситуация? Может быть, действительно на недельку. Смотрите, для того, чтобы потом не страдать по рыцарю чаш, если к вам кто-то едет, а мальчики смотрят меня в обратном направлении, то есть к вам едет рыцарша чаш, да, не привязывайтесь к ситуации, дайте ситуации и тому же любовному роману течь, а так как он идет, не пытаясь что-то замедлять, ускорять и самое главное отрицать, потому что этот опыт вам нужен, его ваша душа заказала там перед воплощением. Да, мужчина едет к вам явно одинокий, свободный, с каким-то урожаем мыслей, прям так и хочется сказать. Ну, и вы знаете, любовь тут будет взаимная. Смотрите, у кого-то ожидаются знакомства, у кого-то ожидается, может быть, если вы ждете возобновления отношений именно с одиноким мужчиной, да, сейчас речь не идет о тех, кто нечаянно попал в любовный треугольник, а может быть, чаянно, да, то тут идет речь об этом, о возобновлении ваших отношений. Ой, тут может быть даже кому-то поступить предложение руки и сердца, либо будет уже обсуждение совместного проживания. Как я за вас рада. Но смотрите, по пятерке пентаклей есть риск, что кто-то из вас не в ресурсе, не сможет принять или подпустить к себе эту любовную ситуацию. Убирайте все блоки для того, чтобы не оказаться вот под таким деревом зимой, да, ни с чем. Потому что, видите, пятерка пентаклей, это, несмотря на то, что человек в данном случае не в ресурсе, она не видит вот эти вот пентакли, а он все равно есть потенциал, к нему просто нужно прийти. Поэтому убирайте все блоки, проработайте, такую, знаете, совершите гештальт-терапию, проработайте обиды на своих бывших, потому что если вы имеете сильные обиды, ревность, печаль, тоски на бывших, и в том числе на вашего папу, эта стена энергии закрывает вас от прихода к вам, в вашу жизнь, нового партнера. Это важно понять. Поэтому потрудитесь в ближайшие несколько дней. И я так думаю, к выходным рыцарь чаш, которого потом я вам подскажу, как у себя. Хотя я и так уже вам сказала, что не нужно привязываться, нужно дать событиям течь, как они есть. Но я все равно потом вам отдельно, либо в каком-то общем раскладе подскажу, как постараться задержаться в этих отношениях, если, конечно, это вам будет надо. Сейчас мы смотрим на Тару Безумной Луны, финансовую. Очень интересная колода, своеобразная, и мне нравится эта сфера смотреть на этой колоде. Мне вообще нравится на этой колоде смотреть все сферы, но вот эта колода, она вообще необыкновенная, но не так часто я ее хочу брать. То есть, сами понимаете, я по интуиции, да, по потоку подбираю себе колоду для раскладов. Что ожидает вас в финансах на этой неделе, на наступившей? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, 10 мечей выпадает. Какие-то остатки прежних переживаний, тревог, страданий, кризисных состояний, они уходят в прошлое. Они еще с вами, они еще не до конца проработаны, но по десятке мечей, я вам хочу сказать, разочарование, переживание, кризис, его пик, он уже остался в прошлом, вы уже его преодолели.
И тут же по королю Пентакли. А Пентакли это у нас, естественно, денежки, денежки, денежки. По королю Пентакли спешит к вам кто-то. Либо с каким-то предложением, может быть, деловыми, а либо с какой-то помощью финансовой, если вы ее запрашивали, а у кого-то может проиграться, что и не запрашивали. А либо с каким-то осознанием, где и как можно взять денег. Да. События будут стремительно развиваться. Смотрите, по шестерке жезлов очень стремительно вы будете двигаться к своей цели. Тут могут быть, не отказывать по пажу Пентакли, помощники. Не пытайтесь все взвалить на себя, делегируйте обязанности, призывайте все на помощь, если это работа, то коллег каких-то, возможно, младшие помощники, либо по статусу, либо по возрасту будут вам помогать, можете на них положиться, либо у кого-то это ваши дети, если у вас семейный бизнес, обязательно, видите, тут такой герой с ключом, я, говорит, обязательно, обязательно тебе помогу в том, что вы задумали, вот. И вот эта карта мне очень нравится, это королева кубков, разговор о том, что деньги к вам придут тогда, когда вы будете вкладывать эмоции и чувства в ту работу, которую вы делаете. Потому что если делать и ненавидеть то, что вы делаете, вряд ли это принесет вам прибыль. Поэтому делайте все с любовью. Смотрите на все, что вы делаете, на все, что вы видите глазами Бога. А Бог любит всех и все. И давайте смотреть теперь о здоровье, раз уж заговорили о Боге. Что вас ожидает в сфере здоровья? Ближайшие 7 дней. Оп, опять король Пентакли. Может быть, тут у кого-то будет поход в салон красоты. Какой-то король Пентакли вам это предложит, да? А может быть, у кому-то потребуется на какие-то манипуляции со здоровьем, финансы, и вам этот король Пентакли, он уже во втором раскладе, видите, при вас сюда ставит другая колода, поможет и даст деньги. По этой, кстати, карте может выходить, если вы планируете поход в поликлинику или к врачу, мужчина ценный, да, ваш специалист очень ценный, ему можно доверять. Опять у нас десятка мечей, смотрите, как интересно, прямо одна за одной выпадают карты, как в предыдущем раскладе. Смотрите, если кто-то в реабилитации после, может быть, какой-то операции, либо какого-то кризисного состояния в сфере здоровья, да, либо только что переболел. А самое худшее уже позади. Не зацикливайтесь на этом, верьте в себя, верьте в свое здоровье. Ничего, одна колесница. Только там была шестерка жезлов, но это все равно карта успешного движения вперед, исполнения задуманного. Тут вам явно что-то нужно куда-то съездить, руководствуясь во благо моему здоровью. У кого-то это может быть, конечно, обязательно, как это называется, комиссию какую-то пройти, да, а у кого-то может быть просто, вот я, например, вчера ездила в лес, да, обнималась с деревьями, лежала на земле, снимала видео лежа, глядя в небо, получала от этого колоссальное удовольствие, зарядилась энергией, кому-то, возможно, потребуется также, кто-то, может быть, поедет на пикник, обязательно сделайте это, не откладывайте эти идеи, это вам нужно, то есть вот какое-то движение в сфере здоровья во благо вам обязательно нужно. Ну и по четверке жезлов, вы знаете, вы получите заряд энергии, если совершите вот эту поездку или вот этот задуманный поход, не откладывая его, получите много энергии, много положительных эмоций. И по четверке жезлов я хочу сказать, ваше настроение, если, допустим, сейчас в начале недели что-то не ладится, будет улучшаться. И по карте мир достигнет своего апогея к выходным. Ситуация кардинально изменится вам во благо, если вдруг вы либо болели, либо что-то переживали, либо кардинально начнет меняться со знаком плюс для вас, и вы останетесь этим довольны. На этом все. Всем пока-пока. Обнимаю.